Всем привет, ребята! Извините, что сегодня без интро, просто тут такое дело, что YouTube не хочет брать даже те 3 секунды обложки видео, которые я делала, и оставляет, как бы показывает только интро. Так получается, что каждое новое видео, которое я буду публиковать, он будет обозначать как интро, и поэтому просмотров не будет набираться. Ну, как бы, мне немножко обидно, потому что я стараюсь делать, но этот грёбаный YouTube не может даже сделать так, чтобы я могла выделить картинку сама. Или выбрать с фотографии картинку. Для этого нужно отдельное приложение скачивать. А у меня сломалась на телефоне кнопка для разблокировки Touch ID, ну, вот эта вот фигня. Вот, и поэтому он больше не может определять мой Touch ID и мой палец. Поэтому мне не надо приходится перезагружать телефон. Из-за этого я не могу скачать приложение, потому что при нажатии он не видит мой палец, который касается кнопки, и также не дает мне ввести, как по обычному, мой пароль. Так что я боюсь, что мне придется тратить 5 или 6 секунд моего видео на то, чтобы вставить туда обложку. Просто по-другому не получается, иначе мне придется идти в ремонт и платить деньги, типа, за то, что починила всего лишь кнопку. Но это просто единственная проблема, которая доставляет мне эта кнопка сломанная. Так что пока что будет так, пока я не решусь пойти в ремонт и починить эту кнопку. В общем, я буду снимать видео как только могу, быстро, потому что школа, вы знаете, все дела, домашка. Вот, не обижайтесь на меня за то, что меня так долго не было. Еще раз извиняюсь. Всем удачи, всем пока.